какой-то парфюм. Парфюм, конечно. А что еще? Ну вот. Ну, чаще носки нет. Я иногда бывает спрашиваю по мере необходимости, может, вдруг ему что-то нужно. У него есть свой автомобиль, иногда могу что-то в автомобиль подарить. Но именно для моего мужа лучший подарок – это все, что связано с компьютером. Поэтому это клавиатура, мышь, игры. Опрос показал, что в 21 веке носки в консервных банках остались только в анекдотах. Сейчас девушки отлично знают предпочтения и интересы своих мужчин и находят для них подходящие подарки. О чем же мечтают сами мужчины? Ничего. Даже все есть? Все есть? Да я даже не знаю. Главное, чтобы приятный был подарок. А вот что для вас приятно? Ну вот, например. Юное внимание в честь праздника. Мне ничего не надо, у меня все есть. Вообще все есть? Все есть. Ну, жена, дети есть, все, что надо еще. Это главные подарки. Мужская половина нашего города, как настоящие мужчины, много не требует. Их главное счастье в том, чтобы любимая семья была рядом.